Она способна изменить все. Все понимание о мире. Все, что было изобретено ранее многими учеными, просто меркнет перед этим изобретением. Расскажите мне об этом. Где эти рукописи, чертежи, формулы? Вы можете мне их предоставить? Они не у меня. Это не мое изобретение. Я был лишь его ассистентом. Я помогал ему. Я вам все расскажу. Пообещайте, что вы выпустите меня отсюда. Кто еще знает об этом изобретении? Только я. Погода прелестная. Погода может быть страшным оружием против человечества. С ней шутить опасно. Человек очень уязвим перед природными катаклизмами. А знаете, я могу зимой вызвать дождь. А летом снег. Но, к сожалению, это никому не интересно. А вы кто? Я волшебник. Ну да. А вы, любезный, какой области будете? Я собираю пазлы. Какие новости? Пришел ответ на твой запрос. Гражданин Шамиев. В прошлом году его поместили в психиатрическую больницу. По нашей базе все чисто. Нигде ранее себя не проявил. Не проявил – это хорошо. А вот сумасшедший... Это плохо. Я назначил встречу. Главный врач ждет тебя завтра. Весело.
Никакой он не ученый. Он ничего не изобретал. А он больной. Страдающий шизофренией. А я могу с ним поговорить? Он недавно скончался у нас в больнице. Сердечный приступ. Такое бывает. Я знаю, что вы фиксируете на видео своих пациентов. Послушайте. На видео бред сумасшедшего? Вы хотите в это поверить? Нет. Я хочу найти виновника. Зацепки. Врач утверждает, что пациент сумасшедший. А что, если он не был больным и говорил правду? Я лишь был ассистентом, я помогал ему. Доктор явно что-то не договаривает. Где найти этого ученого? Пообещайте, что вы выпустите меня отсюда. Возможно, я смогу чем-то помочь. Я слушаю вас. Мы можем встретиться? Я хотел бы узнать у вас об одном человеке. Думаю, коль вы волшебник, значит, обладаете экстрасенсорными способностями. Зачем он вам? Я расследую одно загадочное дело, но, к сожалению, зацепок нет. Думаю, дай-ка обращусь к помощи волшебника. Поможете? Этому человеку доверили дело всей жизни. Он его не оправдал. Я думаю, вам нужно соглашаться. Нет. Я не собираюсь продавать свое изобретение. Вы даже не представляете, какую огромную сумму они готовы заплатить вам. Для науки это бесценно. Но если мое изобретение попадет в руки алчных людишек, это будет катастрофа. Для всего человечества. Предатель. С вами все в порядке? Давайте сразу договоримся. Я вам ничего не говорил. Кофе? Нас не должны с вами вместе видеть. Что? Все настолько серьезно? Кто вы? Я видел вас, когда вы разговаривали с нашим главврачом. И пациент, о котором вы спрашивали,
на самом деле не был сумасшедшим. Настолько значимая фигура? Он сорвал очень крупную сделку. Пообещал очень солидным людям продать труды ученого или изобретателя. Взял огромный аванс и исчез. А те постарались, что его закрыли к нам. В психушку. Получается, его специально признали невменяемым. Его убрали. Он очень много знал о секретном изобретении. Ученый-изобретатель Айдаров разработал множество всевозможных приборов и аппаратов. Не может быть. Это он. Ты его знаешь? Это же волшебник. Я способен зимой вызвать дождь. А летом снег. Что вам тут надо? Мы хотели кое-что выяснить. Его увезли. На скорой. Нужно обыскать его квартиру и найти все, что связано с его изобретением. Обзвони все больницы и уточни, поступал ли он к ним. Теперь он никому ничего не сможет рассказать, кроме меня. Он под моим личным наблюдением. Давайте ближе к делу. Нас интересует его изобретение. Мне нужно время. Он обязательно заговорит. Мы платим вам большие деньги. Вы думаете, я хочу заработать деньги? Нет. Я просто не хочу брать на себя эту ответственность. Сегодня людьми движет желание достичь максимальной прибыли и власти. Это стало тенденцией развития мира. Человек настолько глуп, что готов уничтожить самого себя. Вы приобретаете изобретение, способное уничтожить весь этот мир? Подумайте. Смогу ли я вообще успеть потратить эти деньги? Ваш аванс. В квартире все чисто. Ничего не нашли. Спасибо. Вызов скорой по этому адресу не зафиксирован. А это очевидно. Скорая, на которой увезли ученого, принадлежит психиатрической больнице. Срочно выезжаем туда. Сегодня утром там объявили карантин. Нас не пустят. Я тебя на улице жду. Thank you.
автоответчик. Вы оправдали мои надежды, детектив. Я знал, что вам удастся собрать этот пазл. Это расследование заказал я. Я хотел найти своего исчезнувшего ассистента. Он мог втайне сделать копии моих рукописей. Но теперь я спокоен. Все мои оригиналы у меня. Я всю жизнь отдал этому изобретению. И мне очень жаль с ним расставаться. Они не готовы.